больше времени есть для раздумий и для занятий домашних, все равно сценическая форма – это нечто другое. Значит, если долго не выходишь на сцену, то теряешь эту форму. Что это значит? Это артист начинает чего-то бояться, стесняться, в общем, он выпадает из этого, в общем, теряет это состояние. Вот, а играть без публики так пришлось несколько раз, вообще в абсолютно пустом зале. Первый концерт был довольно скованным, но качественным в Москве. А вот уже со второго и дальше я привык к тому, что слушают-то больше людей, чем в зале в результате. А кроме этого, тут мешает ответственность, потому что когда играешь без публики, то срабатывает автопилот. То есть ощущение такое, как будто ты стоишь в студии и записываешь пластинку. А тогда, в общем, как-то очень все нервно, чтобы вот точно сыграть, чтобы ничего не скрипнуло, чтобы фальшивые нотки не было.